И к другим темам. В селении Бештад Сунтинского района рухнул самодельный мост. Все случилось во время праздничной молитвы, когда прихожане были в мечети. Пострадавших нет. Причина происшествия – предположительно ветхость конструкции, из-за чего мост не выдержал нагрузки 4 припаркованных автомобилей жителей села. Мост находился в аварийном состоянии, и его давно следовало отремонтировать. Вот. И так как сегодня в это время в мечети собрались очень много людей, и, соответственно, машины там стояли, видимо, мост просто не выдержал этой тяжести.